В деловой сфере знакомство зависит от места и культуры. Часть знакомства – это обмен контактными. Как правильно подать визитную карточку? Добро пожаловать в советы Батлера. Есть несколько основных правил относительно визитных карточек. Они продолжение личности, и очень важно, когда вы передаете, что они будут чисты и красивы. Всегда передайте вашу визитку так, что все будет правильно видно, в том числе ваше имя. Возможно, ваша визитка будет в двух языках. Тогда передайте этот визитка в тот язык, который говорит этот другой человек. Держите визитка в угол, чтобы все на вашей визитке было видно. Есть несколько способов, как правильно передать визитку. Одна рука. Мы всегда будем передать этот визитка в правой руке. Человек, который принимает, будет тоже принимать в правой руке. Когда мы хотим одновременно передать нашу визитку, тогда мы даем одновременно с правой руки и принимаем с нашей левой руки наши визитки. Двумя руками. Когда мы передаем собеседнику визитку, его руки должны быть пустыми. В ответ собеседник передает визитку нам. Сразу, когда получили эту визитку, обратите внимание на что-то. Говорите, что красивый логотип. Дайте маленький комплимент, может быть, у этой визитки. Покажет, что вы действительно смотрели и действительно интересован в этот человек. Вот как правильно передать визитную карточку. В нашей рубрике «Советы Батлера» каждую неделю мы даем новые детали из профессиональной жизни Батлера. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Любите, что вы делаете. До скорой встречи!